К 25-летию вооруженных сил Казахстана и ко Дню Победы на востоке страны повсеместно проходят уроки мужества. Их главная цель – патриотическое воспитание молодого поколения. Учащиеся должны знать, какой ценой досталась победа их прадедам, считают организаторы акции. И рассказывают детям подробности той страшной войны. Встречаются с младшими школьниками и ребята из военно-патриотических клубов. И вместе со своим руководителем делятся успехами в начальной военной подготовке. Ученики начальных классов готовят к празднику песни военных лет. Деды наши, прадеды воевали, чтобы мы сидели спокойно в школе, учились, познавали мир, чтобы ходили спокойно по улицам, играли, чтобы мир над головой был.